Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие клетки. Сегодня с вами снова я, Тика Надя. И наконец-таки я получила свой конверт заветный от No Kid Stickers. Где-то года два я не решала сделать заказ. Очень хотела какие-нибудь наклейки оттуда, и особенно на клавиатуру. И поэтому давайте вскроем этот конверт и посмотрим, что там внутри. Я еще туда не заглядывала, только вот отрезала угол, чтобы не возиться долго на видео. Вот, конверт такой большой, формата А3. И... конверт большой, формата А4. И здесь просто потрясающие наклейки. Сейчас вытащим самые главные первые. Это для моей клавиатуры. Вот такие вот, очень крутые. Вот так вот они сделаны. С дополнительными кнопками. Я выбрала этот дизайн, потому что он очень сильно мне понравился. И я очень-очень... На самом деле, я очень сильно люблю все такое вот винтажное. Особенно в стиле 60-х, наверное, 20-х. Когда обои такие были и разные шкатулки. Вот. И мне кажется, что на мой белый ноутбук будет просто очень-очень красиво. Смотреть вот это на нем, да, очень красиво будет. Очень качественные, виниловые на самом деле. И на качественной пленке такое сделанное. Сказано, что они влагостойкие. Я очень на это надеюсь. Вот, и они здесь очень хорошо прорезаны. То есть все наклейки легко отрываются. Можно заметить, например, вот пробел. Он отрывается здесь легко. Я не хочу сейчас все это портить. Хочу потом наклеить и показать вам, как будет выглядеть на клавиатуре. О боже, идет то, ради чего я заказывала. Это наклейки Shameless, то есть бесстыжие. Потрясающее качество, потрясающие рисунки. Лип здесь просто прелестный. Фиона, обожаю Фиону, липа просто очень вообще. Лем, очень классный. Карл, да. Вообще круто. Микки, да. Очень-очень классные рисунки. Просто потрясающие. Не знаю, не могу даже насмотреться. Очень качественные. И они акварельные, как я понимаю. Да, акварельные. И я очень хочу свой ноутбук обклеить ими. Сейчас я не знаю, подойдут они по стилю или нет, но по моей душе точно подходят. Второй лист, который я заказала, это был Шерлок. Очень-очень тоже классные. Мне безумно нравится вот эта наклейка. Нравится Мориарти. И нравится вот эта. Ну, конечно же, Джонс здесь очень красивый. Такие розы очень красивые нарисованы. Скрипка 221B. Мориарти. Короче, Мориарти жив, да. Вот это нравится. Очень красивые наклейки. Очень качественные, и рисовка такая самая разная. Здесь не одного стиля, а разных-разных наклеено. Мне кажется, вот это очень классно подошло бы на чайную кружку. Вот. И что-то пойдет в дневник, что-то пойдет на мой ноутбук. Здесь подарок шел плакат. Ух ты! Очень красивый. Январь. И прям в моих любимых синих оттенков. Здесь идет... цифры, да, сам календарь. И мне кажется, можно просто клеить без смысла того, что это типа на месяц, а просто как плакат. Потому что очень красивая фотография. Такая холодная. Здесь вода, горы, снег. Действительно такой чистый зимний вариант. Но очень красиво. И также в подарок я выбрала вот такую открытку. Urch is my temple. Очень нравится мне она. Красивая, качественная. И сзади здесь написано «Все мы дети земли», а она наш большой дом. И нам важно заботиться о ней, поддерживать ее чистоту. Вот, потом здесь идет текст. Также ее можно отправить кому-нибудь, как я понимаю, здесь индекс. Здесь можно адрес написать. Вот, либо просто куда-нибудь ее вклеить. Ну, я себе ее в коллекцию. Клею, скорее всего, в дневник, либо на стол повешу здесь к себе, на свой мудборд.
Вот. Так что вот такой вот заказ. И сейчас я попробую обклеить свой ноутбук, а потом в конце покажу вам результат того, как смотрятся эти наклейки. Поэтому не прощаюсь. Вот. Надеюсь, вам понравились эти наклейки. Мне безумно нравится Shameless. Просто это красота. Это такое качество. И это стоит своих денег определенно. Если я не ошибаюсь, то все они стоили по 150 рублей, потому что полный заказ у меня вышел на 590 рублей. Я считаю, что для такого качества это недорого. В самый раз. Потому что я свои собственные наклейки я продаю по 100 рублей в лист. А здесь... И у меня листы А5. А здесь лист А4. Вот. И наклейки очень такие крупные. Да, очень красивые. Так что, такие вот дела. Оставлю все ссылки внизу. Здесь выберите себе что-нибудь. Вот. Так что, моя мечта сбылась. Вот что получилось в итоге. Вот так вот легла наклейка на ноутбук. Я не стала делать там с той стороны обклейку, потому что смысла нет. Постоянно лежит коврик, да, с мышкой. Вот. Здесь не обращайте внимания, у меня нет кнопки уже несколько лет. Она сразу отлетела. А, кстати, не особо по размеру подошли некоторые наклейки. Пришлось их обрезать самой. Вот. Но в целом мне очень нравится. Смотрится очень-очень красиво. Сразу так освежает и радует каждый раз, когда смотришь на клавиатуру. Ну, я все обклеила вот до этого момента, да. Я еще думаю все-таки обклеить вот эту часть клавиатуры. Да, светлую. Но, в принципе, я ей не пользуюсь, поэтому она мне не особо нужна. Только когда в игры играешь, а я это делаю крайне редко. Пришлось эту кнопку наклеить так. И здесь не было кнопки для Windows, тут же меню. Вот. А Ctrl пришлось вот так тоже обрезать. Enter, в принципе, тоже пришлось обрезать. Потому что он был на стандартный Enter, который такой вот двойной, да, кнопка большая. Backspace вообще сел как влитой, я удивилась даже. И вот этот Shift тоже сел как влитой. Эти все кнопки пришлось обрезать квадратиками, потому что они были очень большие. Вот. Так что так вот. Очень, конечно, хотелось, чтобы был космос, но, к сожалению, только так. Вот так вот уберу коврик, чтобы вам было видно, как выглядит клавиатура. В принципе, очень красиво, я считаю. Мне нравится. Так что всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.